Вы себя как считаете? Хорошим актером? Нет, не хорошим. А? Нет, не хорошим. Как же так? Соседи говорят, пой мальчик, а вы, собственно, родителям головы отрубили. Может, на хер пойдете? Не надо мне говорить, что я отрубил родителям голову. Это не я сказал, это сказали присяжные. Он пел хип-хоп в новокуйбышевской группе, а теперь читает толстые тома собственного уголовного дела. По версии следствия, 24-летний Наэль Замалеев зарубил топором своих родителей из-за личной неприязни. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа прошлого года. Молодой человек вину отрицает, но следователи уверены, он продумал преступление до мелочей, в том числе алиби, ради которого отправился за 120 километров в село Теплый Стан. Уехал к бабушке с дедушкой, поставил машину. Телефон, которым постоянно пользовался. Орудие преступления и окровавленную одежду он выбросил в реку Самарк. Присяжные признали молодого человека виновным в убийстве родителей и незаслуживающим снисхождения. Государственный обвинитель предложил лишить Замалеева свободы на 20 лет. Адвокат настаивала на мягком приговоре. Наиль всегда был вежлив с соседями, очень хорошо относился к своим родителям. Никаких ссор никогда не слышала и не видела. Его еду с рынка или с магазина, с сумками. И если он поднимается к себе домой, мимо не пройдет, никогда обязательно поможет. Я прошу снисхождения к нему только для того, чтобы ему было время исправить свою жизнь, исправить свои ошибки. Чьи доводы окажутся убедительнее, станет известно уже на следующей неделе. Во вторник подсудимому предоставят последнее слово. И в этот же день судья планирует вынести решение.